Всем бодрого времени суток! Меня зовут Шура, азиатского контента-любитель, и я приветствую вас в зеленой комнате. Думала я, что буду на субботу записывать реакцию на новиночку от Джебома, более известного как Джейпак, но забыла один важный факт, то что Глен Чек, моя любимая группа, выпускает, ну, одна из любимых групп инструментальных, выпускает тоже новиночку, точнее клип на заглавный трек их нового альбома, который в первых числах марта вышел, Bleach называется альбом. Но вот в первых числах марта я весь альбом, конечно, прослушала, кроме титульника, потому что ванговала я, что клип таки будет, но не может быть такого, что альбом вышел, а у клипа нет. Вот и правильно сделала, что ждала, дождалась таки. Поэтому Джебом, I'm so sorry. Его я, кстати, уже посмотрела не под запись и правильно сделала, потому что трек абсолютно не про меня. Вот с кислой мордой бы сидела в процессе всего клипа. Вот. Но за Джебома я все равно порадовалась. Молодец. Новое агентство, новый путь. Дерзай, а мы будем смотреть новиночку от Глен Чеков таки. Про ребят рассказывала я в предыдущей реакции на них. Можете посмотреть, послушать. Песенка очень замечательная, которая тоже вошла в этот альбом. И давайте все, не будем задерживаться больше. И начнем прослушивание. Да? Да. Она. Тусит. Едем. Это здесь происходит? Или у соседей ремонт начался? Кажется, здесь. Недоберы. Люблю собаков. Что там за трэш происходит? Что за дядька? Что у него с лицом? Очень много фильтров на голосе у вокалиста. Но это не портит. Не отменяет того факта, что у него очень приятный вокал. Покажи глазки. Ну, зончик, как они любят. С ретро-вайбами. Слушайте, какой он жуткий здесь, капец. Красивый и жуткий. И жутко красивый. Блин, эти линзы еще. Радует то, что здесь он такой пляшет. Наверное, ему кайфово, потому что в предыдущем клипе у него там депрессуха была такая меланхоличная. Thank you.
да. Что-то я забыла, как он выглядит. What the hell is going on? Или вот это второй мембер был? Секунду, сейчас я проверочку сделаю и к вам вернусь. Так, все, я зря себе в голове смуту навела. Я просто не помню, как на лицо выглядит второй мембер, потому что чаще всего в клипах все-таки фронтмен. Вы поняли, да? То есть всегда на первом плане Джун Вон находится, а второй мембер всегда на заднем плане, ну и как бы не особо в глаза бросается, поэтому у меня как-то насмотренности на его лицо не сформировалось за все то время, за которое я слежу за этой группой. Вот, и в инсте на Джун Вона подписана, а на второго участника не подписана, поэтому я забыла, в общем, как он выглядит, поэтому у меня так закралась мысль, думаю, неужели это второй участник? Потом думаю, да нет же, вроде он же такой больше тихоня, такой всегда за кадром, вряд ли он бы вот так эпатировать начал бы вдруг резко. Вот, и правильно подумала, потому что сейчас посмотрела, действительно, это точно не он. Это какой-то приглашенный артист, который решил вот просто сняться в клипе. Вот. Что я могу сказать? В целом, по инструменталу мне нечего чего-то нового вытащить, потому что в целом это в их стиле работа. Ретро-вайбы, очень много синтов, такое все мелодичное, энергичное. Ну, этот трек, конечно, более энергичный, чем предыдущий, на который я реагировала. В целом, из альбома я не скажу, что он у меня в фавориты вошел. Клип, конечно, очень красивый, как-то магнетически действует. Я даже там в какой-то момент, наверное, сидела с открытым ртом и, ну, как бы забыла, что у меня тут надо взаимодействовать с вами бы. Как бы для приличия хотя бы. Вот, но я что-то там улетела в эту картинку, смотрела, как они там какие-то странные манипуляции с телом делают, что-то танцуют, и что-то какие-то, в общем, они там странные, не знаю. Вот, клип, конечно, я, наверное, буду пересматривать периодически, потому что эстетически он, конечно, такой мрачноватый, он, конечно, такой прям мур-мур-мур. Ну, в общем, картинка очень приятная была. Пересмотрю, наверное, прямо вот после того, как сейчас запишу это с вами, попрощаюсь и пойду пересматривать. Вот. По смыслу трека «Sins» переводится «грехи». Здесь поется про любовь мужчине к женщине. То, что я вот тебя люблю, но я, пожалуй, свои грехи от тебя спрячу. Ну, знай, я за тебя убью, потому что я тебе переживаю, вот такая моя любовь. Короче, вот как-то так в целом текст там. Русского я перевода не нашла, и вот с английского, что у меня случилось перевести моим кривопереводом любимым, вот какая-то там такая подача. Ну и судя по клипу, он, конечно, у него там какая-то чертинка в башке сидит определенно. И, возможно, вот эта вот сущность, которая вот такая вот была, это, возможно, он, который это его грех, который он в себе прячет, который периодически, наверное, выскакивает. А, ладно. Добавить, я думаю, мне нечего, ну, блин. Очень классная работа в плане вот визуального продакшена была, прям очень сильно мне понравилась. Не помню у них таких работ. Так прям киношненько, так прям. В общем, ладно. Думаю, добавить мне больше нечего. Вот мои два любимых, самых понравившихся трека из этого альбома. Сейчас не вспомню, как они называются, но они оба на B букву. И один из них — это фит Сакодома, тоже один из почитаемых мной хип-хоп-исполнителя. Чекните, послушайте. Еще, кстати, если вам, как и мне, очень приятен вокал Джун Вона, советую подписаться на его YouTube-канал, если, конечно, смысл имеется, если у нас скоро это все медным тазом не накроется.
Ну, в общем, пока время есть, пока вроде живем, пользуемся. Подпишитесь на его, ну, можете не подписываться, в общем, прочекайте его YouTube-канал личный, не группы, а личный YouTube-канал Джун Вон, ну, типа Джун Ван, типа Джун Первый. Не первый, первый это first, короче, Джун один, во. Чекните его ютубчик, у него очень много каверов там. А еще мне очень сильно нравится их кавер Retrograde, или как это правильно называется. В общем, он как раз-таки на канале группы лежит. Один из, если вот видосы, не лирик, видео, в общем... Господи, что я несу? Если... пробежаться, вот все новые треки они выложили прям песенками в Ютубе, просто с картиночкой, да, с афишей альбома, вот после этих всех треков, там еще пару клипов будет, и вот Under the Cover, такая картиночка будет, афиша, и вот так тыкайте туда, на какого-то Джеймса Блейка, если я правильно помню, кавер. Обалденно, просто, если хотите, чтобы вас торкнуло от музыки, послушайте, вот. А я, кстати, ссылочку оставлю в описании под видео на этот трек, чтобы вы долго не искали, вот. И на его канал тоже оставлю ссылочку, чё уж я, ёлки-палки. Вот, ладно, что-то я-то прям заболталась, меня, видимо, загнетизировали, видишь, у меня это все в голове смешалось. Засранцы какие. Ладно, все, спасибо всем, что смотрели. Всем пока-пока.